Привет, друзья, видеоканал Русская Америка. Вот такой вот у нас вечер нью-йоркский в Стейтен-Айленде. Можно погулять по набережной. Тихо, спокойно, есть освещение, лавочки. Вон сидит Ира, отдыхает после трудной рабочей недели. Вдалеке мост Верзана-Бридж, по которому я почти каждый день ездил. Опять перешел на автомобиль, что-то забросил паром. Все время как-то нужно последние дни быть на машине в Манхэттене. Вот вдалеке наш дом. Это пляжи Стейтен-Айленда, они законные, не дикие. Тут есть спасатели, ну днем, конечно, дневное время. Такие будочки. Просто тут холм, за холмом как раз спасательные будки. Кабинки, не знаю, как назвать это. Можно кататься на велосипедах. Велосипедные дорожки. Я велосипед свой так не забрал до сих пор. Не знаю, когда руки дойдут. Надо поехать в Нью-Джерси, загрузить его. Но заберу. Однозначно заберу. Вот эти, русская речь. Ребята русскоговорящие катаются.